Во-первых, в кредит отпуск не езжу, потому что у меня два кредита висит, одна ипотека и другая на ремонт была, поэтому мне уже не дадут кредит. В настоящий момент я до сих пор в кредите. А в отпуск я, во-первых, планирую первый месяц ездить в регион, я сама с Актюбинской области, это, конечно, однозначно, и вице-спикер всего уходит на один месяц. И вторую часть отпуска, каких-то 10 дней, я хочу провести с семьей, но мы пока не определились. У меня дети и внуки, четверо внуков, я хочу с ними хоть куда-то съездить. Ну, отпускның кезінде сол елге барамыз. Одан кейін сол мынау кәдімгі оқ жетпес деп жатады, сол жерді жоспарлап отырмыз. Сол отпускның ішінде мүмкіндік болатын болса, бір 10 күн сол жерге барып ем қабылдау. Енді бізге жалпы мынау депутаттарға бөлінетін мынау 2 айлық жаңағы емделу үшін берілетін қаржы бар. Сосын отпускалатын айлық бар. Мен ойлаймын, ол бала отбасымызбен осы бір рет демалуға толық мүмкіндікке жетеді. Кредит алмайын. Я пока не копил на отпуск, ни каким образом к нему еще не готовился, потому что не было возможности даже что-либо спланировать. Очень много дел, связанных с личными вопросами, которые откладывались из-за того, что очень много работы. На Сейшелы, Мальдивы не езжу, езжу на лечение. Ну, в этом году на летний период я отпуск не планирую, потому что работы много. Будем заниматься работой, готовиться к предыдущему политическому сезону. Пока я не запланировал, дело в том, что я как президент Федерации по волейболу должен в начале июля провести чемпионат Азии здесь, в Астане. Вот, по окончании у нас выезды в регионы, и вот тогда, вот, в зависимости от сроков, наверное, будем тогда и планировать, пока не задумывался. Да, когда-то я был бюджетник, работал преподавателем. Замдиректором в колледже, директором в колледже, тогда у нас зарплата была маленькая, 73 тысячи тенге. Да, мы тогда, ну не в кредит, в рассрочку, может быть, мы ездили. Были молодые, конечно, с точки зрения финансовой грамотности это было неправильно, я сейчас понимаю это. Но после, сейчас и после этого мы уже начали, то есть, подходить к этому по-другому. Копить деньги, если накопили, жить по существу. Если накопили, едем, не накопили, то есть, мы позволили себе только выезд за город и так далее. В августе планирую съездить с семьей, отдохнуть куда-нибудь. Пока еще не решил.